Здравствуйте, с вами магазин Автозвук.ua. Сегодня мы рассмотрим автомобильную химию. Это зимний антигель от компании Würth. Артикул средства 58-61-002-150. Поставляется в емкости 150 мл. Производится данное средство непосредственно в Германии. Антигель добавляется в дизельное топливо перед заправкой для того, чтобы в холодную время года, то есть дизельный двигатель нормально работал и дизельное топливо не замерзало. Данное средство, данную емкость 150 мл можно использовать на 70 литров дизельного топлива. В принципе, дозировка и инструкция, как использовать, указана на самом флаконе. Срок годности данного средства указан также на упаковке, но обычно это до 5 лет. В зависимости от дозировки, конечно же, можно температурный режим регулировать, то есть это уже можно отдельно самому регулировать. Дополнительные характеристики и стоимость такого средства вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.